В Чувашии продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. Принести предметы первой необходимости можно в 27 учреждений по всей республике. В Чебоксарах это прежде всего городской волонтерский центр. Кроме того, всех неравнодушных ждут и в Чувашском госуниверситете. Там открыли свой центр гуманитарной помощи. Сюда можно принести продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, канцтовары и другие необходимые вещи. За несколько дней здесь уже собрали и отправили в региональный штаб помощи «Мы вместе» 18 коробок гуманитарного груза, откуда их уже передадут нуждающимся. На этом вузе не остановились. В ЧГУ начал работу ситуационный центр. Он будет помогать студентам и сотрудникам решать сложные вопросы, возникающие в нынешних непростых для страны и мира условиях. Работать с обращениями будут волонтеры Чувашского госуниверситета под руководством студенческого совета. Организована юридическая и психологическая помощь. Моральную поддержку могут получить не только студенты, но и их родители. Нужно сказать, что в жизни каждого человека бывают такие ситуации, когда трудно справиться одному и больше всего нуждается в чьей-то поддержке. В последние дни нарастает чувство тревоги и страха, которое может вызвать в дальнейшем проблемы с психологическим здоровьем. Руководство вуза заботится о психологическом комфорте своих студентов и сотрудников.